У меня ведь тигры были. Ты серьезно? Да, я в курсе. И как тебе? Прекрасно. Откуда ты их взял? На черном рынке. Продавец отдавал взрослого тигра за 70 тысяч, а мелкого за 15 тысяч. Так что я взял тигренка. Сначала ждешь, пока его тебе покажут, отберут от мамки. Потом кормишь его с теплой бутылочки, а потом вырастает вот такая дура на 180 килограмм.